Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я приготовлю пирожное, которое мы с семьей попробовали в Греции, и нам очень сильно понравилось. И вот недавно наши друзья-кондитеры нам передали этот рецепт. Буду готовить в первый раз, надеюсь, получится. Для теста нам нужно взять 0,5 кг манной крупы, которая грубого помола, называется семолина. 0,5 чайной ложки разрыхлителя, 1 чайная ложка соды, щепоточка соли, ванили, 2 столовые ложки кокосовой стружки. Вот это то, что нам нужно для теста. Да, и оливковое масло 100 мг. А потом мы с вами приготовим сироп. Давайте начнем с теста. Первым делом надо перемешать сухие ингредиенты. Вот, у меня готовая уже стоит 0,5 кг манной крупы, которая называется семолина. Сюда же добавляю кокосовую стружку, которую я заранее подготовила. Сюда же добавляю разрыхлитель и соду. И щепотку соли. Сухие ингредиенты готовы. Сейчас начинаем взбивать яйца. Друзья, весь смысл этого пирожного в сиропе, который мы сейчас с вами сварим. Для этого нам нужно взять 500 или 600 грамм сахара. Я знаю, здесь много сахара. Я сама не любитель сахара, но в год один раз можно попробовать этот десерт. Он настолько вкусный, что вот я решила приготовить. Добавляем 1 литр воды. И минимум 20-25 минут варим наш сироп. Чуть-чуть варим наш сироп, потом добавляем кожуру лимона и специи. У меня бадьян и гвоздика. А когда наш сироп остудится, туда добавим 0,5 лимонного сока. Взбитые яйца добавляем 700 грамм мацуни или можно греческого йогурта. 100 миллиграмма оливкового масла. Пакетик ванилина. И взбиваем опять. Итак, друзья, наши жидкие ингредиенты и сухие готовы. Напоминаю, жидкие мы добавили 4 яйца, 1 стакан сахара, 700 грамм мацуни или греческого йогурта, 100 миллиграмм оливкового масла. А в сухие ингредиенты мы добавили 0,5 кг манной крупы, которая грубого помола, семолина называется, 0,5 чайной ложки разрыхлителя, 1 чайная ложка соды, щепотка соли, кокосовые стружки. Все хорошенько перемешали и сейчас соединяем сухие ингредиенты с жидкими ингредиентами. Итак, друзья, тесто готово. Надеюсь, хорошо получится. Сейчас берем наш противень, форму. Смазываем оливковым маслом. Хорошенько смазываем. И выливаем тесто.
Ставим заранее разогретую духовку на 170 градусов, приблизительно 25-30 минут. Друзья, прокалываем наше пирожное, чтобы сироп хорошо пропитался. Вот так. Сейчас на горячее пирожное выливаем сироп. Два подхода. Первый выливаем, оставляем 5 минут, потом второй. Декор выбирайте сами, как вам нравится. Украшаем кокосовой стружкой и миндалем. Друзья, кажется, наше пирожное получилось. Надеюсь, вкусно. Друзья, наше пирожное готово. Оставляем на 25-30 минут, чтобы сироп пропитался. Наше пирожное готово. Надеюсь, вам понравится. Подписывайтесь на мой канал, будет много интересного.